Так, у меня к Александру вопрос. Перед вами стояли люди и сзади, и сбоку, справа и слева. Вы никого не видите, даже батюшку. Допустим, из 30 поклонов вы делаете не только 2. Стоите столбом один. Все до одного поклонятся. Почему не кланяетесь? Так по уставу предусмотрено. Кланяйтесь, когда уже прошло, допустим, 15 поклонов. То вы делаете первый. И делаете так, как я сказал, не делать. Вы лихорадочно начинаете вот дальше уже кланяться. Решим, почему вы не кланялись, 15 поклонов люди делали. Я не знаю, не верю. Если вера есть, ты же не будешь стоять. Ты дальше, я говорю, смотри, Господи, Иисусе Христе, рука нигде не появляется. Ты скидываешь кверху. Зачем? Я же предупредил. Существует правило. Вот, и вот мою руку эту, сзади никто не увидит даже. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы начинаем так. Расставляйте. Как будто такие глаза, я не вижу тебя, но такой лихорадочный совершенно никак. Молитвы там никакой нету. Я буду просто иметь в виду. Вы не могли не видеть, что рядом стоит. Вы не видите. Игнат Тихонович, я думаю, ну, одно из. Он в единоверческого прихода. И у них там по уставу в это время не положены никакие крестные знамя. Не и так нету, это я знаю. Если которые говорят, что единоверцы, они вошли. Но со старообрядческими. И старообрядцев, и поэтому я сохраняю этот. Нет. Поклоны никогда не запрещаются делать, когда подряд все кланяются. Ну то есть тут надо было тебе со всеми кланяться. А не стоять. Хорошо, буду со всеми кланяться. Не, ну если бы один раз все богослужение вы как бы замухлевали. Крестного знамения дьявол болится. Это связано с нечистой силой. Как не видите? Сейчас не надо. Накачивается. Ставите спокойно. Так, второй уровень у нас Никита где? Нету. Где? Виталий, где Никита? Позови, пожалуйста, Никиту. Передевается. Кому-то сказал бы или как-то вот это вот. Стоит вот так вот. Так стоят только матросы. Или матросская там какая-то называется, пересадки делают. Качает, потому что. Скажут, боже, вот так стоит. У меня кружится голова. Но я все время стараюсь подвести. Понял. Пятки, чтобы касались. Позови его, пожалуйста. Скажи, нет. Его никак нужен тоже. Сейчас. Сейчас, придет. Нету. Так, пока его нету. Я не слышал ни одного слова, что батюшка говорил. Что там он говорил? Он говорил Иоанн Златоуста проповедь и потом рассказал, что он ездил к батюшке знакомому, там, где он был, священство получил, рукоположен. Да. И там он увидел батюшку, как вам рассказывал, у которого там 11 человек инвалиды. Да. И он говорит, я, говорит, никогда не просил, но если, говорит, кто имеет такое намерение, завтра сделаю для них сбор. Какой? Все, заглаживать. Ну, сбор для, там, денежный для... Денежный не нужен. Платят столько, что в 3 раза больше можно сохранять. Не надо. Он не понял. Люди берут детей только из-за денег. На ребенка отпускается столько, сколько на взрослых 3 отпускается. А мне не нужен сбор. Допустим, литературы нужно там или что. Они где-то больные, тем более это не надо. Мы говорили с батюшкой на это. Я знаю. Эта история очень хорошо известна. Так. Я слышал, вы просили кипяток пить. Сырую воду не пьете, так? Нет, пью. Понимаете, организму необходимо быть в сфере тех микробов, среди которых мы живем. Поэтому у нас она не хлорка или протравлена, никакая, а источник. А его, который затакачивает банки, продает, она именно такая и есть. Ни газа, ничего нету. В бутылках она такая есть, она не кипяченая, такая дорогая вот эта. Прихоть или что? Покалечила человека. Она думала угодить. И, ну, как женщина, она думая угождать, говорит, голова, может с головой кипяток нырнуть. Вот вы сейчас стоите так. Стоят на молитве так. Вы это слышали? Я так и старался. Морские пехотинцы стоят так на корабле. Почему все время корабль качает? Ну, я это знаю, я на корабле служил. По-другому нельзя. Потому что туда и сюда качают.
Вы стоите на богослужении, вот так, идет мимо батюшка. Перед вами люди вокруг, вы как будто не видите. Почему? Понимаете, этому учить не надо, это не благоговейно на службе. А руки не должны быть опущены. Или так держи, или как, но только не вниз. 470 образов у нас там по Троицкому соборе. Я перечитал, ни одного нет, чтобы руки были опущены. Руки опущены, колени там дрожащие, перечисляются. Это означает, что человек разложился. Надо уже срочно помощь. Я эти откуда все беру? Это Слово Божие. Вот перед этим такая, перед богослужением, я раньше поехал туда. Готовиться к проповеди не надо, раз батюшка здесь. И мы немножко с ним поговорили. Я говорю, я вот не могу найти ответ на несколько вопросов, которые в один вопрос соединяются. Я знаю ответ, но мне трудно поверить. Но батюшка усилил его тут же. Мы тут прогулялись по территории. Кто слышал Александра Мельни? Я. Знаете, священник, вся элита Москвы там и других принадлежала ему. Евреи, чистоположные. Я беседовал, его записывал. Я говорю о людях, которые лично знают. Я как-то, когда делал радиопрограмму, составитель радиопрограммы выступает, и наша беседа однажды разбила на 6 частей. Ну, я во время разговора не соглашаюсь с ним против, а мне все говорят, кто вы такой, вы ему противоречите, да кто? Он всемирно известный. Вы не можете, я могу. Почему? Вы будете легать мертвого льва. А я разговариваю с живцом. И поэтому указал где он. Во что верит? В эволюцию. Что Адама Бог не творил, а из обезьян он получился. Я что, должен соглашаться с ним? Это люди с огромными знаниями. И он несколько раз интервью как бы собрал, он так у микрофона сказал, ну интервью у меня сегодня. Вопрос. Ну это все на моем сайте сохранилось. Что-то отнято было. Дальше. Отец Дмитрий Дудко. Более популярного в то время не было. Он сидел около 7 лет. Его власть терзала. И он у меня короткое время был как духовный наставник, отец. Ну, это только слово. Он никак не влиял. Вот мы первый раз с ним встретились. Это в книгах отображено. Ну, люди сидят, а батюшка, батюшка, батюшка. Это у них все батюшка где-то. А со мной некоторые уже немножко коснулись, и они хотят услышать мое мнение. И батюшка спросил. Он не знал, что за этим последует. Когда я стал говорить, я вижу, он изменился весь. Остановил, говорит, что вы сделали? Я всю жизнь собирал этих людей, вы как ледокол прошли, разбили. А мне под столом записки, где встретиться можно говорить. А я говорил о любви Божией, о исполнении Духом Святым. Наиглавнейшие темы. После этого стали говорить, батюшка, дайте ему сказать. Я только начинаю говорить, он прерывает предложение и неоконченное предложение. Да. Сам добавляет и говорит, вот бы я сказал. И кончил он чем, когда его арестовали уже после этого. Он отрекается от всего, что у него было написано. И второе, делается духовником коммунистов. Он говорит, я жду момента, когда можно будет молиться Сталину и сказать, отче Иосифе, моли Бога о нас. Это уже полностью все свихнулось и ушло. Почему? Это такие люди известные. Я о нем как узнал, ехал, мне подарили, она как в виде брошюрки, вот там он есть, маленько меньше, чем Надежда. Я узнал, где он, и его нашел, на нашем уповании. И мы долго гуляли, там липы огромные растут. И сразу стало нам ясно, что мы очень разные. Очень разные. И он, вот когда что-то говорил, они там записывали, и выставляли эти короткие его изречения, на стенах, там везде. А я ему сказал, батюшка, нужно все это собрать и издать книгу. Еще я ляпнул, не знаю. Страниц 500, он что вы? У меня книги пойдут 750 лет страницы. Вот что удивительно. И он мне дал эпитимию. Не вставать раньше 6, а я встаю 4:40. И когда я говорю людям, чтобы я не говорил, что это есть Библии, какая глава, какой стих. Представьте себе, и дал это мне, допустим, на 4 месяца, и 4 месяца я выполнял это. Это для меня, наверное, тягостнейшие дни в моей жизни были. И все, мы расстались, кое-что от него там брали, выступление. Почему? И дальше он полностью сделался, как большевистский выкидыш. Столько претерпеть.
Дальше, отец Глеб Якунин. 7 лет отбывал на севере. Вы знали его? Вы так показали, как понял. Мы с ним беседуем. И, ну, он в это время был там под запрещением, его принимают. И с такой ехицей, тогда был Петерим, митрополит по этим делам всем. Так, мы тебя принимаем, но впредь, чтобы этого не было. Да. Они все его ногтями стоят. Мы были близки с ним. Вот когда тут Рейган прилетел, и он сказал, чтобы пригласили отца Глеба Якунина. Так он был известен, как узник. Ну он идти куда, в полный стакан водки налил, хлобыснул. Я говорю, что ж вы делаете? А пусть знают, какие ему. И мы, у меня в книгах фотография, мы стоим с ним, и видно, что у него глаза соловелые. И что дальше-то? К Филарету украинскому, запрещенному, патриарху пошел, который анафеме предан. Как это может быть? Я называю людей всемирно известных. Георгий Кощетков, все на русском языке. Такой умница. Ну, у него люди, когда приехали, я говорю, а мы только переоделись на улице, там свои штаны сняли и прочее. У него все, и никто не смотрит, кто какой, там ровно движение. И это еще не все. Там отрицание, кажется, отрицает, что бесы существуют. Такие знаменитые люди, почему они не могут удержаться в этих рамках? Я батюшке говорю, сегодняшняя беседа, мне кажется, у них страха Божия нет. Он говорит, и не было. Один ответ. Да как я могу в Библии что-то изменить? Не ваша форма какая. Я как-то однажды изречение это сказал. Семинарии, духовные, академии нужны только для одного, чтобы любое безумие оправдать. На основании Библии. Еще больше в этом нету. Вы слышите меня? Где-то вас показалось, что вы о другом думаете. Другой цели нету. Вот сейчас там Парфоменко, каких-то там пытается Островский запретить. Они прямо Ветхий Завет. Это иудейские басни. Это все с кафедры говорят. Допустим, он умный. Допустим, он образовал какое-то общество. Но почему дальше-то они идут-то в другую сторону? Ткачева отца Андрея кто не знает? Полковник, говорят, был. Не в Украине полковник. Восстал против гомосексуалиста, геи, парады там были. Он бежал оттуда. Здесь как-то у него корреспондент был. Ему книги отнес. Так? Книги мои подарили. Лично в руки передал. Книг, а? Лично в руки передал. Вот. И теперь показывают журналисты. С журналистами беседуют. Экран идет в библиотеке. На самом центральном месте мои книги. Он никогда Библии не видел. А тут выходит прямо с Библии к народу и говорят, только он от вас это все взял. Не знаю, но после того, как книги у него появились. И он стал библейские изречения говорить. Он, я скажу так, соловей на высокой ветке. Его далеко слышат. Но что делается в храме, он не видит. Вообще не видит. И кто-то однажды снимал и повернул, в штанах торговля идет. А это не важно. О, не важно. Если бы не важно было, Господь бы не говорил, возьми лопатку и зарой. Меня однажды залучили священники. Как их звать было там, это Володя знает, где он? Михаил там, нет? Да два, одинаково кажется, то ли Андрей, или где-то. А вот вы такой, вроде законник, а когда человек идет и надо прожить, с тобой лопатка должна быть. Я говорю, и что? Ну вы же по всему миру ездили, по всему миру с лопаткой. Вы с лопаткой? Я говорю, я с фотографией стою с лопаткой, она у меня в щекле. Приезжаем когда, сразу выкапываем, где туалет будет ходить, уезжаем, пласты кладем на место с лопаткой. И они сразу расщеплись. И начали, вы тоже нарушаете. Я говорю, а как я нарушаю? С иудеями написано, в бане не мыться. Я говорю, я в бане вообще не хожу, мерзкий, у меня своя баня. Еще неделю, дальше. А чтобы еврей-врач не делал человеку операции. Я говорю, давайте дальше рассказывать. Вы сейчас это берете, почему было это? Потому что стояла задача истребить первых христиан. И заботясь о них, эти правила были. Сегодня это другое. Мне операцию делал, теперь он профессор, знаменитейший еврей, Яков Нахманович Шойхет. Шойхет это означает резник, там, курить, резать кого передавать-то. Он приезжал, здесь был изумительной души человек, он заместитель губернатора. Приезжал сюда, на нас, когда нападения большие, он приехал и все стер, как будто никогда не было. И все сразу пошли. Какие у нас анализы брали? Анализы молока, анализы воды,
из колодца и где купаемся. Все выше среднерайонных. И он только сказал, ну вы будьте осторожны. Иногда бывает инкубационный период, несколько недель у человека. А вы возьмете ребенка, он больной, а проявится у вас. Ну, Яков Наумович зовут. Я говорю, ну мы еще не можем сделать. Не брать. А мне прокурор края. Были, он говорит, вы не берите таких. Они ко мне были очень расположены. Генерал Зинов, по-распомню, Федорович. Я не могу не брать, потому что... Ребенок говорит, я верующий, он слабенький, но я буду ими заниматься. Я вот сегодня посмотрел, как, Александр, вы не ответите, почему не кланялись? Я ответил, потому что... Ближе, подойди, да. Выход. Я хожу в единоверческий храм. Это я знаю. Да, и там предусмотрено во время Ексении, что кланяется... Ну ты там не ходишь, это вопрос, ты здесь находишься. Но... Здесь. У них ставится от Московской патриархии священство. Там Рогожское кладбище. Я там был неоднократно, знаю. Вокруг все кланяются, а я бы стоял, не кланялся. Ну, что ты этим показал? Я просто так привык. Ну, а потом-то дальше ты начинаешь крестить. А так они не крестятся бешеным темпом. Бешеным темпом? Никак. Нет, куда вы закидываете? Руку сделай, чтобы сзади не было видно. Чтобы не было сзади. Смотри на меня. Господи, Иисусе Христе, я руку поднимаю. Сыне Божий, ты вот так, вот ее. Не годится. Прям коротким. Не годится. Коротким этим путем сам. Я приехал в Грузию, говорю проповедь. Там крестник еврей обратился, его повезли там баптисты показать, какой он человек. А он у меня побыл, ну, часа два, наверное, и стал православным, и стал порученцем патриарха Ильи II. Отец Наум Израилевич. Родители его там в Израиле. Я могу много сказать о нем. И вот когда мы туда приехали, он еще православным не был, но только услышал. И он меня представил, и их там пресвитеры баптистов называется, хотя для нас они не пресвитеры. Он говорит, дальше собрание ведите вы. И я фактически все собрание говорил. Тут же прокрадывается из Дагестана, дагестанский. Скажите у нас, я в день провел 4 собрания. В одной общине у них. Это Бог делает. И один, который болел у них, там Георгий, а они не Георгий называются, а как-то по-другому, дядя Бог. Бог, что-то так вот называют. А вот ему там одна подошла женщина, когда он проповедовал в центральном храме у православных, а православные у них, они договорились, наш у вас, а нас. И подошла женщина и говорит, а ты почему не в форме? А ну перекрестись. А я, говорит, не крестился, выходил, говорю, пробник. Ты антихрист. Ты не крестишься. Формы нет. А он теперь болеет. Вот если бы Бог дал мне здоровье, вернулся, я бы надел от себя, что требуется, перекрестился. Я потерял огромную аудиторию, но уже не вышел. Вы маленько смотрите, когда было издано, кем, почему. Вот я вам сказал, вы это хорошо запомните. Держитесь, потому что у нас впереди, я так думаю, мы недалеко от больших перемен жизни. Так, ответ, который вы дали, чтобы там не наверсти, кто-то подсказал, нет. Вы внутренне, как мертвые, не видите. Ребятишки кланятся, а я нет. Кто вас там видит? Вам отвечать перед ними нет. Вот такой верующий, преданный. Я отцу как-то показал, говорит, ты устарабляться пойдешь, ты крестись, так, он научился. Но я не думал, что он будет по-другому. Он вот так вот, этими тремя, нет, а эти два вверх. Отец наук, да они тебя зашибли там. Ну, я даже не думал, что он так перевернет-то где-то. Но такое бывает. Я говорю о людях знаменитых, почему они на этом не останавливаются. Вот ему Бог открыл и дальше вывел груз светом. А наши сестры тут идут. Я говорю, ну посмотрите, да сами гляньте маленько, как одеты, как вот в поисках, все с бородами. Ничего не значит, не значит. Господь Иисус Христос, придя на землю, тело человеческое не менял. Все так осталось. Откуда это известно? А от того, что дальше происходило. Господь нигде, ни разу не сказал. Ну вот что, предполагаете, что Христос брил бороду? Нет. А первые христиане, да везде иконы, вот они. Это иконы, всех икон писались. Значит, вам, я не знаю еще как сказать, внимательно надо быть. Вы ноги сомкните и смотрите с благоговением. Этого я не видел, он там что, в хор пробрался или что? Ну, подпевать стал. Подпевать стал, подпевать, да.
Ну, где-то его не видно было. Но он впереди стоял, самый первый перед хором. Очень хорошо. Это хорошо молился. Я все думал, хорошо будет у него. Он ровно стоял, все ровно хорошо. Нигде ничего нет. И один у нас хорошо спал, его никто не трогал. Он отдохнул. Тоже хорошо. Только я отца переставил вплотную, чтобы ты за ним смотрел. Это твое чадо. А он со стула может удариться и удариться так, чтобы выбить все, как рядом. А тут стоит человек, которому все равно. Где отец его? Кому нет. Я это говорил? Нет. Юрий, нету. Нету. Нету, нету. Нету. А где он? Не пришел. Откуда не пришел? В домик. В домик, наверное, к себе пошел. Не как, без ужина? Ну, он не спрашивал. Он думает так. Тут остается старший. К брату обращаться, Вячеславу. Меня нет, позвоните. Он не делает, это неправильно уже. Я несу ответственность. Нет. Вот сейчас что-то он пошел там и утонул. С меня первого спроса. Вы мои гости. И вот раз, а его нету. И он стоит, ребенок на стуле закинулся, ну кто видел, как он, на одну другую сторону, он может упасть. Я тогда этот, который стоит, убрал, и тебя убрал? Да. Вот, а его поставил рядом, ты его отец, стой рядом, ногой маленько так. Он нормально спит, не мечется, ну спит крепко. Я рассказываю, что, как Володя, сделай, чтобы кошкам и собакам сделали как-то, без тебя прямо, вообще, хотя немного где-то. Так. На исповедь кто-то ходил, Сергей? Да. Ходил, да? Да. Еще кто? Сергей. Сергей. А? Сергей. Ну, который руку поднимает. Да. Он поднял руку, я могу. Привет. Ну, вот так. Говорили, кто готовится к крещению, более усиленно будем говорить даже в последнее время. Все знаете, все знакомо, все знаете. Мы для оглашенных проходили курс всего Нового Завета, противосектантские материалы, ответ на все вопросы и песня песней. Этого у нас выходило 4 года, потом 4,5. Это подготовка к крещению. Но если человек ходил в церковь, все знает, мы сокращали до нескольких месяцев. Так что мы этим не ограничены были. Тогда много крестил, сразу там 26 человек. А нынче только 12 штук. 12, да. 12-13 где-то так. Дело в том, что у нас ареал действия намного больше. Вот сколько людей из Германии было, из других государств. Желали, мы тогда лечить там. Далеко ехать. Ну далеко просто, из Португалии, представьте себе. Найдите, нашли священника, теперь к нему идут. А труд-то наш. А если бы они были рядом, сегодня бы нас не вместили бы два дома таких. Некоторые вот ко мне приедут туда, в Казань, в мой храм. У них денег нету, им близко до, ну, до меня. Там три человека. Стало в прошлом году 17, а нынче 12. Это ни о чем не говорит еще, что вот ужас стал. Господь на нас просто внимание обращать, мало обратилось где-то. С тобой поговорить надо. Маленький. Помнишь, я тебе как-то сказал, ты иногда в зеркало смотри на себя. Еще особенного в зеркало, посмотри на глаза на свои. И что тебе Господь скажет? Я ничего не буду говорить. Время коротко. Я не буду голосовать ни за, ни против. Я сегодня говорил, против говорить, когда я знаю конкретно. Вот здесь я мог бы сказать. Ну, у них же тоже оправдание есть. Внимательно посмотри на себя. Потому что жизнь написала на твоем лице то, что... Ну, вот я говорил, один человек стоит, и вот так вот, ничего особенного нет, вот так вот, перекатывается. Ну, перекатывается. Я сегодня видел одного такого. Я вышел, когда ему говорю, ты зачем это делаешь? А что? Вот это вот, это. Ну, Сирахов говорит, по блуд, женщина блудит, создается по поднятию ресниц. Как она смотрела, как. Сирахов говорит. А здесь вот это называется блудная лихорадка. Похабные движения. Он сразу мне говорит, а как вы узнали? А я во время службы все в блуде думал. Ну, ему как-то, я не знаю, как быстро удалось избавиться. Это тут удивительно тоже. Тут надо хороших друзей иметь. Я стою сегодня, я вижу один. Один просто выламывает его. Опять. Маленько, погоди опять. Понимаете, что это за движение? На службе. И он не знает этого? Не знает. А кто-то рядом стоит, я показал, кого взять свои свидетели. Тот сразу увидел и понял. Мне приходится, ну, во всех направлениях работать. Берегите себя.
Вот я тебе ничего не могу сказать, только одно. В зеркало почаще смотрюсь. Хотя бы по полминуты. Скажи, я был такой или нет? Посмотри, какой ты был, какой у тебя взгляд. Что в нем отображается? Я никому это не говорил уже лет 5. Вы первый человек. Я не думал, что вы приедете. Так, а которая жена там в администрации-то? Кто? Никита? Это вы не хотели, чтобы снимали? Не хотел, Игнатий Тихонович. Интересовался, можно ли не снимать. Не хотел. Против было. Батюшки там. Это он, да? Да. Вот ты какой. Что ж ты такой? Нам это помогает по-другому же. Теперь я буду знать, кто такой. Из зайца сделать нужно два. Так что тут лишь... Видишь, микробу боялся где-то, что-то такое. У вас все это пронизано страхом человеческим и смертельным. Страх один только, нарушить заповедь. Быть неугодным Господу и все остальное. А то, что меня обидело или что-то, мне один говорит, у меня примирение произошло здесь. Скажи, пожалуйста, как? Ну, мы подошли, старшая сестра, Любовь. В храме, да, вот по поводу храма, она вчера, в прошлую субботу, воскресенье, она вышла и сказала, чтобы мы не снимали, да, вот, ну и тут какое-то недоразумение, мы, ну, на молитве пришло, что мы не должны были никак поссориться, потому что она нам предъявляла за дисциплину в храме, и мы тоже так же за дисциплину. Мы так с ней поговорили, что и мы за дисциплину, но у нас разное было понимание этого. То есть мы при храме, ой, когда батюшки нет, мы можем снимать, а когда батюшка, мы, то, что она нам сказала, мы это, ну, не знали, у нас другое указание совершенно. И вот сошлись на том, и она сказала, я на вас ничего не держу, мы согласны. Она, я говорю, вы же заинтересованы в том, чтобы была дисциплина, и мы заинтересованы. Вы заинтересованы, чтобы всем людям польза была, она заинтересована. И мы заинтересованы. То куда дьявол тогда влез? Почему, если мы одинаково думаем, почему мы... Через дорогу часто ходят. Почему мы, да. И все, мы сошлись на том, что мы не должны, дьявол не должен был проникнуть. И все, мы на этом примирились. И как бы она говорит, ну вот много камер. Я говорю, ну да, вот много не должно быть. Одна, хоть один, чтобы снимать. Ну, один может снимать. Она, в принципе, согласилась, что если один, то... Это порядок. Волобуева привела там или еще что-то, что там. Я согласился, я говорю, действительно. Сразу трое были. РИО Новости. Другие из Москвы прилетели, от патриархии, прямо, ну, с храма Христа Спасителя. Ей об этом не надо рассуждать. Она одна, тем более мужа нету. Она должна сидеть тихо и все. Тем более, сколько она уже против меня везде молола. И ее не надо в этом вопросе спрашивать. Она не имеет никакого отношения к этой дисциплине. Ее половички вот расстелить, и все на этом. Ну, фактически, ну, слава Богу. Потому что так она принесла мои книги, когда они у нее оказались, да. Не знаю. Кому нужны книги бесплатно? Вон возьмешь. Наталья Усатая просила, если есть, она второй, четвертый том ей дать, если есть. Ну, это так трудно, второй, четвертый. Сергей, первый том, да? Ко мне зайдите. Сергей Цыганов первый том просит. Второй, четвертый, как раз тут и есть. Да. Тогда вообще второй, четвертый, тут тоже. Автобиография есть здесь? Сколько не хватает здесь? Здесь не знаю. Кто записал тут? 10 книг. 10. 10, да, 10. Ну, для Слова Божьего нет. 12 не хватает. Все для Слова Божьего нет. Значит, есть второй, нет. Четвертый возьми. Нет. А они еще не чьи. Второй, четвертый. Дальше остатки берешь. Вам это хватит вот так вот. Попроси. Я иногда сам случайно зайду, я не могу вылезти оттуда. Все деньги передать Елене. Угу. Так. Ну все, за стол садимся. Давайте. Спаси Христос. Там некому помолиться, наступать.